что те, кто приняли крещение, ну, слава Богу, их достаточно много, вы вступили на путь следования за Христом. Вы решили посвятить свою жизнь Богу. Бог верен. Только лишь Бог, Он надежен. И мы можем быть уверенными, что то, что сказал Бог, Он исполнит. Знаете, в нашей жизни встречаются разные трудности, разные переживания. Я хотел бы обратиться к тем, кто принял крещение, и не только. Вы встретитесь с трудностями. Но помните, Бог, Он верит. Он сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Я желаю вам, чтобы вы нашли свое служение, то, которое Бог поручает. Чтобы вы осознали, какой духовный дар Бог вам дал. И чтобы вы использовали его. И Бог желает увидеть вас верными в том, чтобы вы выполняли ту функцию и задачу, которую Он возложил на вас. Помните о том, что Бог верен.